Своевременная социальная поддержка граждан – самое ценное, что может сделать государство. Об этом заявил лидер общественной организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян. Известный политолог, журналист, много лет исследующий и продвигающий евразийскую тематику, положительно оценивает меры по снижению долговой нагрузки граждан нашей республики. Опыт Казахстана в этом вопросе может стать примером для многих государств. Арам Сафарян подчеркивает, что в Казахстане вопрос социальной поддержки населения – неразовое явление, и это весьма важно. Совершенно очевидно, что в рыночных отношениях не все преуспевают, не у всех получается то, что они задумали, и особенно это ранит малоимущие слои населения, в которых дома инвалиды, малоимущие, старые люди, нуждающиеся в поддержке группы населения. И вот сейчас небедное государство, у которого есть какие-то сбережения, есть какие-то материальные возможности, решило помочь своим малоимущим гражданам. Я думаю, это акт доброй воли, это большой акт поддержки